Это просто рай Бьютиболика. Это то место, в которое я уже не первый раз возвращаюсь. Кстати, я привет. И сейчас я вам покажу. Тут прямо вообще очень круто. Потому что здесь какое-то огромное количество всяких гаджетов для волос. Это марка Мараканова, прошу прощения, Макадамия Профессионал. А дальше пойдемте смотреть. Я тут периодически закупаюсь. Стенд Керастас. Просто огромное количество всяких гаджетов. Это у нас Филипп Кингсли. Марка Орай. Это тайванская, по-моему, марка, которую я как раз в этот приезд в Москву узнала от моего стилиста. И та марка, на которой мне в этот приезд делали уход за волосами. Здесь у нас рядом с Керастас представлена практически вся линейка марки Альтерна. И стенд от Фирис. Я не знаю, честно говоря, как произносит эта марка, я ее еще не пробовала. Новинка от Биоорган. Это что-то новенькое. Это органовое масло чистое, плюс шампунь и кондиционер. А, это марка Лакме. Линейка Биоорган. Маленький стенд Бодиогр. Это декоративная косметика. Честно говоря, пока про нее ничего не могу сказать, так как не пробовала. А вот здесь вот начинается самое интересное. Здесь у нас Матрикс, Лореаль, Маракеш, мой любимый Чи, мой нежно обожаемый, Биосилок, который я тоже пробовала, марка Орай, о которой я вам уже начинала рассказывать. Эти две марки я еще не пробовала. Medicuticals и Lakme. Дальше у нас здесь представлен лейбл. И Alpha Park. Это итальянские марки. Собственно, и вот и секрет. Именно в этом магазине я год назад нашла мой обожаемый Color PH Lex. И основной набор, и набор для домашнего применения. И, собственно, в этот приезд я обновила... Для домашнего применения я набор не покупала новый, а вот основной набор, вот этот вот Color PH Lex, я для себя опять купила, потому что мне очень-очень нравится, как он работает. Здесь также представлены продукты марки OPI по уходу за ногтями. Расчески для волос, аналог Tanzer Tangle Teaser и марка Nano Gen, которая выпускает продукты, стимулирующие рост волос. В этот приезд меня, честно говоря, очень заинтересовала марка Living Proof. Вот как раз ее продукция, которую рекламирует потрясающая Дженнифер Энистон. И я, честно говоря, не удержалась. Купила для себя один из продуктов, несмотря на то, что я клятая практически. Власть больше ничего не покупать, но в данном случае, ввиду предстоящих поездок, я купила для себя вот такой вот маленький уход. Вот такой вот малышку. Это у нас Living Proof Instant Repair для восстановления волос. Это крем, который наносится и увлажняет. Также здесь представлена марка Наши и Джойка. Честно говоря, ничего пока не сказать не могу, так как еще с ними не сталкивалась и не пробовала. Также здесь есть вот такой вот замечательный стенд с профессиональными красками Мажорели и Нуатуре. И их я тоже здесь покупаю периодически, для того, чтобы в домашних условиях я могла немножечко подкорректировать. Также здесь есть вот такая вот небольшая зона, где вы можете привести ваши волосы в порядок. Еще раз привет. Thank you.
и замечательные девушки, которые вам всегда помогут делать правильный выбор. Я в женском районе.